14 населенных пунктов за две недели. Нарьян-Мар из рабочей поездки по западной части Ненецкого округа вернулась делегация Заполярного района. На встрече с жителями поселений глава района Алексей Михеев представил отчет о деятельности Совета, администрации и контрольно-счетной палаты муниципального образования. Об итогах поездки представители районной администрации рассказали журналистам в ходе пресс-конференции. Нет, ты мне налей полный, я заплачу как положено. Очередь за свежим молоком дома у Александра Латышева выстраивается каждый день. 100 литров свежего молока, которые дают 3 коровы в сутки, раскупаются мгновенно. Цена по сельским меркам совсем не кусачая – 60 рублей за литр. Небывалый ажиотаж в жизни Александра появился, когда он решился на собственное дело. Начинающий фермер уже имел корову и бычка. На средства окружного гранта в 500 тысяч рублей купил 3 дойных коров и построил хозяйственные помещения. Выполняя социальную функцию обеспечения населения свежим молоком, фермер получает субсидии в целях частичного возмещения затрат. За каждый литр молока, реализованный не дороже 60 рублей, фермер получает 100 рублей. При дальнейшей поддержке со стороны округа планируют расширять хозяйство. Коров мы привезли с Вельска. С Вельска мы везли до Мизени на машине. А с Мизинем и наводным транспортом. Одна корова у меня отелилась в начале октября. Ждем приплота еще от других. У меня еще, кроме закупочных на грант, есть еще одна корова и один бык. К сельскому фермеру теперь ходят как в музей. Александр принимает всех, рассказывает, делится опытом. Побывала у него и делегация Заполярного района. Это представители совета и администрации района. Поэтому такой очень интересный опыт. И есть, я знаю, что и там желающие в том же Андиге было озвучено главой в свое время. Планирует кто-то завести корову, может быть, две. Поэтому будем ждать. Не так много на сегодня у нас там какого-то вот активности такой большой именно в частном предпринимательстве. А наша задача поддерживать этих начинателей, да, оказывать им всяческую помощь, которая в наших силах. Группа из 11 человек побывала в НИСИ в рамках ежегодной отчетной поездки по окружным селам. В этом году она уже 9-я по счету. Делегация проделала путь от Нарьян-Мара до Шойны и посетила 14 населенных пунктов. В каждом из них прошла встреча с местными жителями, в ходе которой глава района рассказал о работе совета и администрации в 2015 году. Жители, в свою очередь, делились проблемами. Например, мужчины деревни Волонга говорили о том, что сегодня нельзя просто так ловить и продавать рыбу. Необходимо оформить ИП, получить разрешение и лицензию. По мнению Алексея Михеева, все эти сложности могут оправдаться спросом на рыбу. Сегодня в каждом крупном населенном пункте есть школа, детский сад и интернат, который необходимо снабжать продуктами. Надо как раз и поставить задачу обеспечить их. Картошка, молоко, рыба, та же куропатка. В некоторых муниципалитетах есть, ну опять же, да, со слов глав, те, кто оформился уже частным предпринимателем, знаешь, что в Индиге такой есть человек. Ну вот его задача дальше как бы развить свое производство, да. В первую очередь это, конечно, рыбодобыча. Второй этап все-таки попытаться хотя бы минимальную переработку какую-то организовывать. Интересовали людей и вопросы духовные. На них отвечал отец Антоний. Из 14 населенных пунктов храмы есть только в Неси, Нижней Пёше и Индиге. В остальных деревнях стоят часовни, которые находятся далеко не в лучшем состоянии. Работают они только по воскресеньям и без священника. Священника нет, тяжело, да. В ситуации кадровой нехватки кадров на Нарьян-Марской епархии, да, к сожалению, так получается, что далеко не везде есть священник. Вот. Но я призывал людей молиться лично, чтобы были личные усилия, чтобы вот эту духовную жизнь поддерживалась хотя бы собственным, да, вот какой-то мотивацией. После делового общения жителей сел поздравляли с юбилеем. Концертную программу к десятилетию Заполярного района подготовили самодеятельные артисты. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, телеканал «Север».